А знаете ли вы, кто придумал крекер? Как гласит история, по одной версии это сухое печенье придумал в 1792 году пекарь из Массачусетса Джон Персон, назвав его морским хлебцем. По второй оно родилось совсем случайно, когда английский пекарь Джозия Бент в 1801 году передержал галеты в печи. При надкусывании подгоревшего куска раздавался куст растрескивавшегося хлеба, из-за которого оно и было названо крекером. Ведь в переводе с английского «crack» означает «трещать». Очень скоро это легкое, но сытное печенье завоевало популярность, особенно среди военных. Ведь благодаря длительному хранению ими можно было в походах заменить хлеб, и в скором времени крекеры стали обязательной добавкой к солдатским пайкам. Традиционно крекеры выпекали из муки и воды, но со временем в них стали добавлять жир, соль, сахар и различные ингредиенты, такие как сыр, маслины, кунжут, семена льна, семечки. История же сладких крекеров с добавлением сахара, меда, орехов и сухофруктов начинается в 20-м столетии. Делись этим видео с друзьями. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний.